the mic and make sure it sound right, boys. Воу-воу-воу! Чё, всем здорово, дядя Вадик и тётя Юся. Есть у нас подруга и 13-й год. Но... Яблоки в первую очередь переводим паданицу. Это то, что падало. Обрезаем, вырезаем серединку, всю гниль, очевидно, моем. Вот. И пока выгоняем сок, споласкиваем яблоки, спокойно, без фанатизма, освобождаем их от земли. До 80-85 градусов разогревается сок для того, чтобы убить... Для того, чтобы убить всякие бактерии. Дальше. У нас, значит, есть емкость для забраживания. Вся эта история обработана... Обработана перекисью водорода. Значит, я прикупил перекиси обычные, 3%, вообще рекомендуют 6%. Удовольствие стоит 18 рублей за баночку. Купил пол-литра, залил в пшикалку и киевскую и прошелся, пропшикал абсолютно все. Гидрозатвор, вот так вот. Перекись убивает также всю какую-то гадость, а на сусло вроде как не влияет. И у нас получается уже следующий день. Сейчас будем засыпать дрожжи, но пару слов о наборе юного винокура. Это у нас получается гидрозатвор, резиночка, крышка для бака, кран для бака, сам бак, мерная колба, дрожжи, осветлитель, ареометр или сахаромер, 2 килограмма декстрозы и 5 банок перекиси. Суммарно это вышло 1500 рублей. Для начала, в принципе, неплохо. Ну и сырье, яблоки, ну как бы оно сдачи все свое. Теперь нам нужно замерить плотность сусла. Это нам необходимо для того, чтобы разобраться в градусах. А неплохая плотность сусла, я вам скажу, 12. Нехитрыми расчетами, в общем, примерно понятно, сколько чего добавлять. Я добавляю декстрозу, буду добавлять ее почти 2 килограмма. Оставлю 50 грамм на карбонизацию, там, на глаз примерно. В общем, из чего исходим? Исходим из, конечно же, дрожжей. Вот эти дрожжи, вот эти, да, они максимально дадут 14% алкоголя. Исходя из таблицы ареометра, вот, для того, чтобы получить не 14 алкоголя, 14, мне нужно добиться плотности 27,25. Еще эти дрожжи мне в магазине сказали, они примерно выбраживают до 2, соответственно, там тоже, согласно таблице, 0,75. Остается 26, 12 плотность есть, и нам нужно 14 грамм плотности. Посмотрел таблицу в интернете добавления декстрозы. Значит,
мне нужно для того, чтобы до 14 градусов добралось, добавить 4200. Но у меня есть 2 килограмма и сильно алкогольное тоже. Если у меня дойдет где-нибудь до 10 градусов плотности алкоголя, да, то меня это устраивает максимально. Вот так вот. Это мы уберем. Понятное дело. И засыпаем. Так вот. Декстроза. Почему декстроза? Во-первых, это, ну, я начитался всякой информации, это моносахарид, в отличие от сахара. Но это простой сахарид, сахар полисахарид. Хочу минимизировать вкус брашки. Вот этот вот классический типа с декстрозой быть не должно. О, 2 килограмма, ничего себе. Получится. Да, и где-то вот, вот столько, я думаю, мне для небольшой карбонизации хватит. Так, все это мы поставили. Замеряем теперь снова плотность. Блин, декстроза реально круто растворяется. И плотность у нас 21 получилось. А 21, возможно, там 22 что-то дорастворится. А 21 это у нас по таблице. Это будет на выходе 10,75 алкоголя. Вообще подходит. Идеально. Вот так вот. Берем дрожжи. А засыпаются они как раз на 19-25 литров сусла. Я думаю, пойдет. Почему именно эти дрожжи? Они работают при температуре 16-24. Оптимальная для них температура работы. Это комнатная температура. Будет бродить дома. Это варево. Если обычные дрожжи, вот эти винные, белорусские, по-моему, которые, в общем-то, все используют, они работают при 25-30. Ну и типа у меня такой температуры дома нету. Закрываем. Все. И заливаем в гидрозатвор перекись. Заливаем. Для того, чтобы бродило. И тут у меня вылетает петличка и первый опыт закадрового озвучивания видео. Разбираем все это варево, сливаем перекись, видим там, что налетели мошки из сока и в перекиси обесцветились. Тут небольшая шапочка у нас нарисовалась, ее все убираем. Самое главное, максимально надо много убирать всякого яблочного пюре. Сок на забраживание должен быть просто максимально чистый. Это просто панацея. Панацея для вина. Так, здесь мы в мерную колбу залили. Хлоп. Ага, видим. Ставим ареометр. Высматриваем плотность. Плотность у нас в районе 7. Угу. И, в общем-то, первая дегустация по плану. Ну что, дядя, давай. За ваше здоровье. Что делать-то? Опачки. Присадили. Не впечатляет. На самом деле не впечатлило. Расстроился тут дядя. Уже даже подумал, может быть, слить. И ну его нахер. Это вино. Но что-то постоял, подумал, вроде не закисло. Ну, продолжим до конца, доведем. Вдруг что получится. Так, здесь у нас обрабатывается тара. Тары с крупным объемом нету, поэтому небольшие нарисовались мучения, которые надо фиксить. Разливаем по тазикам. Угу, кастрюлечка здесь через ситечко налилось. Окей. И очень-очень много вот этого пюре, осадка, которое, в принципе, надо сливать. Его надо было отправлять, конечно, сразу в раковину еще на выгонке сока.
по итогу получилось 17 литров сусла и сока. Уже в тару было разлито 10, там насадки на всякие уйдет 24 с копейками. Это температура, при котором брожение, на то, что это мне нужно ориентироваться. И сейчас мы заливаем в это все дело осветлитель. Опять же, нужно было по хорошему счету это все прогнать хотя бы через марлю. Осветитель работает по принципу двух пакетов. Заливаешь один пакет и через час доливаешь другой. Пока час проходил, я кабанчиком суетнул за тарой для разлива. Прикупил 10-литровую канистру, шланг и крышки для бутылок винца. Потому что, в принципе, можно было бы и так обойтись, но я тут решил карбонизировать, чтобы получилось игристое вино. Шлангом, кстати, так и не воспользовался, лежит. Но канистра определенно помогла. Все, и доливаем вторую часть пакета. Ее надо тонкой струйкой вносить по площади и ни в коем случае не перемешивать. Ну, так в инструкции было написано. Так, это уже следующий день. Вроде все там осело, и начинаю сливать уже в канистрочку. Очевидно, все, прям все пропшикивал усердно перекиси водорода. Пол-литра на всю эту возню как раз мне хватило. Так, и видно, вот осадок выпал, и осадок выпал, и сусло стало прозрачным. Вот такая вот гадость слилась. Во-во-во, уже прозрачненько. Так, снова пробуем. Угу. Так, и здесь у нас до 6. До 6 у нас опускается ориометр. Соответственно, одна шкала вот этой вот плотности была, видимо, за счет вот этой пюре, которое было в яблочном соке. Это главная, наверное, моя ошибка. Так, ну еще смотрим. Цвет мне нравится уже. Прозрачненький. Все приятно. Тут экспертным глазом, конечно. Опачки. Ваше здоровье, как всегда. Ну и мое тоже. Ля-ня-ня. А вот это неплохо получается. Нравится тебе? Классно, говоришь? Одобряю. Одобряю. Аж распереживался старый. Ну, куда ты? Ну и было принято решение, потому что вся эта перхоть на языке хотя бы через марлю профильтровать пару раз. Да, здесь вот эта вот вся дрянь осаживается. Надо было ставить сусло, еще раз повторюсь, конечно, без нее. Так, разочек промутили, второй раз перелили, и уже по второму кругу. Первая марля вообще в хлам была забита, а вот вторая уже как-то попроще. Так, ну и что, у нас начинается история разлива. Все, что пивные бутылки с крышкой вот этой модной, и то, что из-под шампанского флаконы, это все карбонизация. Там в среднем по 14 грамм декстрозы досыпал на 0,75. Но забегу вперед, карбонизация не получилась. Это из-за дрожжей, которые винные не особо, может быть, для сидора нужно было бы. Ну, тут такое. Все, разлив идет, все хорошо. И начинаем тоже через перекись закрывать. Бутылочка раз ушла, хорошо. Так, здесь мы берем, просто закручиваем, все понятно. Угу. И здесь шампусик закрываем. Аккуратненько, опа, силу слегка приложили. Ля, дядя мощный. Ага, и закручиваем вот этой вот, блин, этой штукой. Говорят, в России, короче, эти темы не делают. Все это зарубежное. Хотя 10 штук вот этих крышек с железячками как-то по-французски модно называются. Короче, из Франции это все едет. Так, и на сдачу у меня стаканюга нарисовался. Ну, мне там типа за руль. И я вроде как допил потом вечером. Тут слегка пригубил. Так, дядя. Огонь. Да, я согласен, огонь вообще. Вот так вот 10 литров где-то здесь и закаталось. С Новым годом и Рождеством! Пришло время финальной дегустации. Открываем спокойно. Но
Ну и тут что, спокойно открыли. Снова вылетает звук и вылетает видео. Вот в таком формате записался кусок. В общем, подводим итоги. Нужно максимально чистый сок. Никакого пюре там быть просто не должно. Нужно снимать с осадка несколько раз, чтобы вот этого не было в банках и бутылках. Ну и что делать? Что делать? Наслаждаться. Вино, которое было карбонизировано, слегка бражечный вкус такой был, а которое просто отстоявшееся, оно просто было идеально. И вот тут уже сейчас звук подрубается, сейчас дядя начнет снова вещать. Может быть, чуть-чуть ощущение покрепче такое, по матерее, более рисковато. И оттеняет брагой. Может быть, надо было реально 2 недели поставить, закарбонизировать и начинать пить. А тут у меня, получается, чуть ли не полгода простояло. В общем, в любом случае, эксперимент получился. Очень боялся, что закосячу и испорчу что-нибудь. За вас. Первый опыт прошел успешно и удачно. Класс. Алкоголь не мерил, но сам факт того, что набухивает как надо. Вот в лучших традициях вина. Кайф. Где-то, значит, процесс пробы домашнего вина от дяди Вадика учел, что карбонизация слабая. Так. Ты не отрежешь? Мне кажется, ты его отрежешь. Да, конечно, отрежет. Куда он там, чё? Жену не слушает. Да, чё-то. Чё-то там, чё-то. Отрезал. Вырубай видео. Ну давай, разливай, чё-то. Это дядя Макгрегов, если кто не понял. Дегустатор номер раз. Так сказать, вино от дяди Вадика авторское, легендарное. Держи. Так, хоть жене предложил вначале. С наступающим Новым годом. Спасибо. Пробуем. Бля, не понюхал, сразу хапанул весь стакан. Осуждаю. Неплохо, неплохо. Твое здоровье. Твое тоже, от души.